В Мадриде тысячи таксистов протестуют против Uber. Перевозчики жалуются на неравные права. В столице Испании Мадриде проходит массовая акция протеста против американского сервиса такси Uber. Об этом сообщает газета El Espil. Обычные таксисты жалуются, что у них неравные права. Они могут работать с разрешением, которое стоит 36 евро, а для традиционного таксиста это будет стоить около 150 тысяч евро, говорит представитель профсоюза Fedetaxi. Люди вовсю используют петарды и фаеры. На акции берут участие около 20 тысяч человек. Профсоюзы утверждают, что Uber продвигался на местный рынок такси через коррупцию министром правящей партии. Из-за появления сильного конкурента многие таксисты остались без работы и настроены очень радикально. Также таксисты объявили всеиспанскую забастовку и в течение 24 часов 70 тысяч водителей обещают не выходить на вызовы. Обещают подвозить только для доставки людей в больницы и тех, у кого есть проблемы с передвижением. При этом в митинге в Мадриде особенно активными оказались каталонцы, в том числе представители профсоюза латиноамериканских таксистов. Как сообщалось, в третьем квартале 2017 года убытки сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. выросли на треть, относительно предыдущего квартала. По материалам сайта newsgro.com.